Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джана Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатарувасча кипасиндхвевачу Патитананг павуне бхавишнавибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Ят кипатамаханг банди парамананда мадвам Бриндавай тусидеббай пьявай кесавасчачу Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттама Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Бараньо Дхайям Сада Парибхавагнам Вишчадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатая Биспуржи такме пикапободушвар адарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхи камай кадакхипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунеттананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунеттананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхактабинда Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджану ламбита бхужо канука бодато Шанкетанай кавитару камала ятакшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманага мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Падане Лакшмир Яшача Бхакшаши Джасьястихидай Самбихит Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Нидехо мадхям сулабам судурлабам плабам сукалпам гуру карнадхарам маяно кулена навасатери там пумана бхавадхим натари тосва атмаха Нидехо мадхям сулабам судурлабам плабам сукалпам гуру карнадхарам маяно кулена навасатери там Пуман Бхавадим Натарид Сватмаха. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, те, кто собирают деньги, различные богатства под именем Харибаджана, под именем Бхагаватсева, те, кто собирают деньги и все остальное под именем Бхагаватсева и Гурусева, и если они используют это для своих корыстных целей, чтобы обрести лабху, пуджу и пратишту, они могут потратить сотни тысяч денег, чтобы обрести это славу, почести, уважение. Но Шрила Прабхупад говорит, Верховный Господь, я прошу у Тебя, чтобы Ты благословил меня, чтобы я не видел лица таких людей до последнего момента моей жизни. О Господь, благослови меня, чтобы я не видел лиц таких людей до последнего момента моей жизни. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад открыто провозгласил, будьте уверены, что каждая копейка, собранная в Гаудия Матхе, любая сумма, собранная Гаудия Матхом, каждая копейка, мы занимаем ее в служении Радха Говинде, и ни единой копейки не идет мимо, и никто не хранит деньги ради наслаждение своих чувств. Конечно, бывает такое, что кто-то силой забирает это оскорбление, и если это скрыто кто-то что-то делает, то ничего не можем сказать об этом, но наша обязанность служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану, особенно в эту Кали-югу, Шрила Прабхупад говорит об этом, и мы следуем, совершаем ванисеву, это очень важно. Вчера я говорил, что обусловленная душа не может воспевать харинам. Это невозможно для обусловленной души повторять харинам. Может, 10 часов пытается, или 12, повторять харинам, но обусловленная душа так или иначе она не может воспевать настоящий харинам. Намабхас, иногда намапаратху может случиться. Вот то, что они могут повторять. И система такова, что гуру и вайшнавы, те, кто гуру и вайшнавы, они пытаются занять обусловленных душ в служении. Они знают, что если мы дадим им возможность расслабиться, то в этот интервал майя, она войдет в них. И обязанность Шрилы Прабхупады была в том, чтобы занять всех и каждого в непрерывном служении. Если гуру вайшнавы смогут занять нас в служении все время, то между этим они, у нас будет возможность воспевать харинам. Вчера я говорил, что Бхактивинода Такур дал совет, что мы должны руками совершать служение и устами воспевать харинам и не останавливаться. И в один из дней чистый харинам явится на наших устах, поскольку мы знаем, и мы не должны чувствовать какое-то беспокойство, мы должны понять татву. Поскольку харинам, он не отличен от хари. Много раз я говорил, Шрила Прабхупад говорил об этом.
совершать харинам и встретиться с Хари – это то же самое. Повторять харинам и встретиться с самим Хари – это то же самое. И как мы можем ожидать, что обусловленная душа может через харинам встретиться с Верховным Господом? И вот, и поэтому им дается возможность совершать служение под руководством Гуру Вайшнавов. Мы можем совершать непрерывное служение, и между свободным временем мы можем воспевать харинам. И таким образом мы должны практиковать. И очень скоро мы можем достичь успеха в нашем харибаджане, поскольку любое служение без чистого харинама – это несовершенно. Мы пытаемся уж. И вот сейчас однажды все преданные с различных Гауди Матхов, они пришли к Шри Сиддхартхе Госвами Махараджу, это давно достаточно было. Они поклонились Махараджу и сказали, и вот он, мы пришли с вопросом, каким вопросом? Вы знаете, наш Матхин Чардж, настоятель Матха, говорит, чтобы мы служение совершали, и когда харинам нам повторять, мы нету времени повторять харинам, только служением занимаемся. И Шридхар Махарадж засмеялся и сказал, смотрите, мы совершаем севу, Бхагават севу, Гуру севу, чтобы обрести силу совершать харинам. И мы повторяем харинам, больше и больше харинама, чтобы обрести севу. Мы совершаем служение, чтобы повторять харинам, а повторяем харинам, чтобы обрести служение. Как это понять? И вот если мы совершаем служение, то харинам явится на наших устах, а если мы однажды получим вкус к харинаму, то тогда мы не сможем оставить харинам. Мы не сможем остановиться воспевать святые имена, как Махапрабху, можно вспомнить в Гамхире. Махапрабху, и вот этот преданный Гопал Гуру, ему имя дали Гопал Гуру Госвами. Его ученик Дьян Чандра. И вот Гопал Гуру однажды сказал Махапрабху, почему ты хватаешь свой язык? А Махапрабху ответил, что мой язык постоянно повторяет харинам. Вот я сейчас в туалет, поэтому держу язык, чтобы он не повторял харинам. А Гопал Гуру сказал, что все время мы можем повторять харинам, и нет никаких ограничений времени и пространства. И нету правила такого, что нужно переставать повторять харинам. И Махапрабху засмеялся. И он явил эту, Махапрабху хотел явить эту тату через Гопал Гуру Госвами, что мы должны непрерывно воспевать харинам. И все время мы должны повторять харинам, хотя я знаю, что настоящий харинам не может явиться, но все же мы должны пытаться. И под руководством Гуру Вайшнава воспевать святые имена. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж ответил, что харинам и сева – это компенсирующие друг друга факторы. Мы повторяем харинам, чтобы обрести севу, и совершаем севу, чтобы повторять харинам. И так или иначе продолжайте совершать ваше служение и повторяйте харинам все время. И вот и однажды чистый харинам явится на ваших устах. Харинам и харисева – это одно единое. И вот это наставление, данное нам.
И также я в другой день говорил, что Нитянанда Прабху. Вот Нитянанда Прабху открыл Намахату. Это Намахата — главное отделение Вишвавайшнава Раджа Сабхи. И через Намахату Нитянанда хотел утвердить то, что чистые Махаджаны, чистые саду Гуру Вайшнавы, они могут поддерживать этот рынок святого имени Харинам Сабху. И они не могут позволить каким-то грязным вещам войти, и поэтому Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени. Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщике святого имени, рынка святого имени. И что это значит? Это значит то, что он под руководством Нитянанды хочет поддерживать чистоту в этом святом месте. И различные проблемы могут возникать, но мы должны решить их и не должны позволять какому-то мусору проникать на чистое место этого рынка святого имени. Поскольку если это Сиддханта осквернится, то наша парампрана также осквернится. Но не все понимают это. Шрила Прабхупад говорит, что единственная обязанность Ачарьи – полностью защищать Сиддханта Ваню. Единственная обязанность Ачарьи – это полностью защищать Сиддханта Ваню, поскольку если Сиддханта Ваню будут под защитой, то все, вся парампара, она может безупречно существовать, но мы не можем ожидать сейчас, к сожалению, такого. Ситуация очень скверная, мы не можем ожидать. И что же делать? И автоматически осквернение приходит. Никто не может понять этого, а в этом главная проблема. Если не поймут, и также все преданные, если у них есть единое желание, одно единое желание полностью защищать Сиддханту, то и тогда мы увидим такую безупречную чистую ситуацию везде. Но, к сожалению, из-за влияния майи такого, майя не позволяет этого. И даже не все понимают, что жизнь нестабильна. Если кто-то поймет, что жизнь, она не вечна, что в любой момент он может умереть, то если он это поймет, и причем поймет, поймет свое положение по отношению к этому бесконечному миру, и тогда он перестанет выражать свое ложное эго. Если вы обнаружите себя в связи с этим бесчисленным, бесконечным миром, мы в сравнении с этим миром очень малы. И только Гуру Вайшнава не могут спасти нас. И также я хочу цитировать, поскольку я хочу всегда говорить о том, что сказала Гуру Варга, хотя и такая же Сиддханта, она является в моем сердце. Парампучапад Шрила Шридхар Госвами Махарадж сказал, что те, кто приняли прибежище у чистых Гуру Вайшнавов, но не совершают баджан, их самопредание несовершенно, они чувствуют влечение к майе. И вот Шридхар Госвами Махарадж говорит так или иначе, если у нас будет какая-то связь, какие-то отношения с Гуру Вайшнавами, то, может, не в этой жизни, а в следующей, или через одну, или потом когда-нибудь они спасут нас, это их обязанность. Так или иначе, они помогут нам избавиться от влияния майя. Нет никакого пути, кроме этого, и поэтому Гуру Вайшнавы, они всегда пытаются защищать тех, кто совершает баджан, слушает харикатху, это их обязанность. Различные вопросы могут возникать, но первое,
Нитянанда Прабху открыл этот рынок святого имени и Шрила Бхактивинода Тхакура хотел совершать это служение под руководством Нитянанды. И это главное отделение Вишвайшнава Раджа-сабхи, без которого это не может. Все становится таким, неудачным. И поэтому это обязанность всех гауди. Шрила Прабхупада говорит, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе, как о подметальщике рынка святого имени. А мы должны думать о себе, как веники есть эти веточки, так и как думать о себе, как о веточке в таком венике, и должны вести себя, ну, как подобает этой веточке в венике. Все мы должны быть подобны такому венику, который выметает различные нечистые вещи с рынка святого имени. И вот кто-то сомневается о чистом харинаме, о Вриндадеве, как мы можем избежать говорить строки вот в том киртане про Тулси, где она матерью называется. И вот я хочу более четко ответить первое в моем сердце, какой вопрос возник. И я хочу найти решение, ответ этому. Вначале я хотел спросить у Бхарати Махараджа или у старших преданных, таких как Тривика Махарадж, Бхакти Шаран Тривика Махарадж. Он очень любил меня, благословлял, говорил, чтобы я говорил Харикатху. Он ученик Шрилы Прабхупады, он жил в Матхи Шрилы Бхакти, да, это Мадхава Госвами Махараджа. С Шрилой Бхакти Валабхатирте Госвами Махараджем. И вот я спрашивал. И Бхарати Махарадж отвечал. Я спрашивал, какая система была во время Шрилы Прабхупады? Повторяли, пели ли они этот киртан? И Бхарати Махарадж сказал, что в то время не было времени у них. Все преданные были настолько заняты, и столько утренней арати кончилось, они по своим делам все разбежались, чтобы начать свое служение. И в то время, может, индивидуально кто-то что-то делал, но такого общей парикрамы туласи и киртана не было. Я спрашивал Бхарати Махараджа. И также, если мы говорим, обращаемся к Туласи как к матери, то петь, конечно, можем. Или думать, что она мать преданности. Но но впоследствии вы почувствуете, что если вы вы почувствуете, что это нехорошо обращаться к Туласи как к матери. Но они вообще обходили быстро мандиры и Туласи, и свое служение начинали. А киртан не пели. И много вопросов может возникнуть относительно того, что хорошее, что плохое. Различные мнения с различных источников можно найти. Но мы хотим узнать отношение Вишвайшнава Раджа-сабхи и ее участников, чтобы найти настоящую сиддханту. Я слышал от Шрилы Бхарати Махараджа о этой шлоке. Если вы бенгали понимаете, тогда вы поймете. В сочетании Чайтамрите такие слова приводятся, когда мы не утвердились в Адвайгьянтатве, пытайтесь понять очень научный ответ. Я слышал
Вот это от Шилы, вот случай Шанты Махараджи. Сиддханта там в этом случае очень совпадает с нашим, с нашей темой. И вот Читание Читамрити, такие слова говорятся, да, это значит, если мы еще не утвердились в Адвайте Антатве, когда наш даршан еще очень такой слабый, то мы видим какое-то различие, но настоящие чистые вайшнавы, они видят различие в единстве и единство в различии. Unity in diversity and diversity in unity. That is their perfect darshan. Это их совершенный даршан. Try to understand this point, very scientific point. If you are totally established in. Если мы полностью утвердились в Адвайте Антатве, то тогда мы будем смеяться, что кто-то критикует кого-то, кто-то еще что-то делает, и весь этот мир можно будет видеть, что весь мир горит. И как вот описывается в Шикшаштаке Махапрабху, что весь мир он горит в разных проблемах, и кто может это все вытерпеть, все борются друг с другом, и такие опасности вокруг. Но когда мы можем сможем стать чистым вайшнавом, то в этом случае что мы найдем? Много раз я говорил, может, полгода назад или достаточно давно я говорил то, что нет никаких проблем. Где вы находите проблемы? Прабхупада Сарасвати Пад говорит вот такие слова. This kaivalyam rakhayate iti dasa pura puspayate duddantendriya kala sarpa potali prakhyata dangshayate vidhi mahendardishya kitayate vidhi mahendardishya kitayate visham purna sukhayate yat karuna kataksha vaiva vatam tam gauram evastam. I am going to Я проставляю лотосные стопы того Гауранги. Они несравненны и безупречны. Если в этой жизни мы не сможем достичь успеха, я сомневаюсь, что будет дальше. Кришна дал нам так много возможностей, столько милости. Мы получаем, но мы глупы, что не можем понять и принять. Подобно тому, как мы находимся на коленях Отца, такое благословение мы получаем, но все же мы не можем понять. Весь мир, где вы находите проблемы, прямо или косвенно, все творится Кришной. Даже этот коронавирус тоже Кришна его одобрил, поскольку даже лист с дерева не может упасть, если Кришна того не хочет. Капиладев сказал Девахути. О, мать, солнце, оно восходит и светит из-за страха передо мною. Ветер, он дует. Тоже из-за того, что боится меня. И Ямарадж, он также забирает вашу жизнь постепенно, поскольку это мое указание. Согласно результатам карм, своей кармы, вы должны двигаться здесь и там, скитаться по этому бесконечному миру. И почему вы так глупы, что вы так рискуете? Почему бы вам не решить, что в этой жизни вы должны достичь успеха? И не нужно... То есть в этом жизни вы можете достичь успеха, и вам не обязательно ждать следующей. А если у вас нет такой решимости, то как вы станете успешным? Баджан — это не шутки.
Вы должны делать все для того, чтобы Господь и Гуру Вайшнавы были довольны автоматически. У Гуру Вайшнавов нет никаких желаний, никакого неудовлетворения, но все же они пытаются делать, говорить что-то, чтобы дать вам какое-то осознание. И вот таким образом мы должны обнаружить нашу связь с Анантадевом. И в тот момент, когда мы обнаружим наше конституциональное положение, то тогда мы будем удивлены. О, Махарадж, я относительно этого бесконечного мира, кто же мы, если Гуру Вайшнавы не спасут нас, то куда же идти, если Майя нас куда-то кинет, то мы будем так скитаться по этому материальному миру, и куда же идти? Если наша удача очень-очень велика, и мы обретем семя преданности по милости Гуру Вайшнавов. И кто же? Вот, и подобно тому, если мы растим какое-то растение, то его нужно поливать, чтобы свет светил, и так постепенно это растение вырастет, так тоже нас будет питать таким образом. Если у нас будут какие-то оскорбления в адрес Гуру Вайшнавов, то это очень опасно. То, что я говорю, я всегда нахожу связь, чувствую связь с Гуру Вагой. Я помню, Шрила Шридхара Госвами Махараджа, он говорил о моей дети. Вот смотрите, в прекрасном озере можно найти растущий лотос, и солнце всходит в небесах. Этот лотос, он получает питание из воды и свет солнца. И после этого можно увидеть, как он распускается во всей своей красе. Очень прекрасный лотос Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он такой пример приводит, и ко мне пришло такое же осознание. И вот если тот цветок, он откажется от воды, то как только если вытащить из воды, или, например, вот он откажется от воды, то солнце, оно сожжет всю красоту этого цветка. Как только он откажется, разорвет свою связь с водой, то есть если даже цветок поместить в какое-то другое место, то солнце его засушит или сожжет. Хотя до этого очень красиво было. Шрила Прабхупада говорил о Шридхаре Махарадже, что он лучший из проповедников, но как кто-то может заявлять, что нельзя изучать наследие Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа или Кешава Госвами Махараджа. Я никогда не говорю, чтобы кто-то не слушал, не следовал Шридхаре Госвами Махараджа или Шри Кешаве Госвами Махараджа. Я боюсь, что если вы просто потеряетесь где-то, это главное. Если вы увидите, что кто-то на 100% следует Шри Прабхупаде, то это мое указание. Идите и слушайте Харикатху из того места. Если кто-то что-то говорит, но не следует этому в своей жизни, вы должны видеть, что чтобы человек не только говорил лекции, а еще и следовал всему, что он говорит. Если мы сами не следуем Шри Прабхупаде, то какую силу можем дать кому-то еще? Ачару, он — это сила. Если кто-то спрашивает у меня, что сначала Ачарон или проповедь, что более важно, я скажу, Ачарон более важен. Если кто-то не проповедует,
только ведет себя идеальным образом, то это очень хорошо, поскольку Ачарон может. Он как бы, смотрите, Горкишор Дас Бабаджи Махараджа никуда не ездил, жил в одном месте, но слава о нем, благодаря его идеальному поведению, идеальному характеру, она распространилась по всему миру. Даже собака, что говорить о человеке. Имеется в виду человек, который не совершает никаких оскорблений. И вот смотрите, даже собака, которая получила аромат лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот те пчелы, они летают вокруг лотосов и прочих цветов. Но в этом конкретном случае с лотосами сравниваются с лотосные стопы Шримана Махапрабху. Если мы сможем получить общение с такой пчелой, которая витает вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, то мы почувствуем тот же аромат. И вот когда и как они летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, почему эти медовые пчелы прилетают? Да потому что эти медовые пчелы не могут жить без меда, и поэтому прилетают. И если вы когда-то обнаружите свое положение онтологическое, то вы осознаете, без меда макаранды вы не можете жить. А что олицетворяет собой этот мед? Это харикатха, и тогда вы станете успешными, когда осознаете все это. Будьте уверены, в тот день, когда вы обнаружите, что вы не можете жить без харикатхи, то я могу подтвердить, что это ваш успех. Будьте осторожны, вы можете стать, вы станете успешными в тот день, не забывайте об этом. If I can get link with such honeybees, if I am going here and there. И вот если у нас будет хотя бы малейшая связь с такой медовой пчелой, которая летает вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, что говорить у нас с вами? Даже собака, она обретет аромат лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. И это секрет нашего баджана. И вот сейчас я вернусь к главной теме. Если тот цветок, имеется в виду лотос, откажется от воды или просто вытащить, если его из воды, то от солнца он получит наказание, он солнце сожжет его или иссушит. Очень быстро можно обнаружить, что этот цветок потерял свою красоту и все пропало. Что я имею в виду? Вода, она олицетворяет собой Гурудева. Мы должны принять прибежище у Гуру Чарон, у лотосных стоп Гурудева. Мы должны чувствовать, если я... А вот если вас от... Если вас отлучить от Гуру и Вайшнавов, то вы, то какое чувство должно быть у нас? Да, такое чувство, как если рыбу вытащить из воды, таким мы должны чувствовать такую же нехватку общения с Гуру Вайшнавами и слушания их харикатхи. И вот таким образом, если эта вода, вода наподобна лотосным стопам Шри Гуру, без Гуру Вайшнава, они дают нам прибежище, и вот с их помощью
То есть они подобны воде для лотоса, чтобы у нас была возможность совершения Харибаджана. Очень скоро, если мы совершаем Харибаджан, то тогда весь мир может прийти и получить нас, попытаться получить наш даршан и пыль с наших стоп. Почему мы не поймем это, поскольку, а потому что и вот и наша дживатма она подобна цветку. Я слышала не прямо, а косвенно от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада говорил, что все души подобны цветам, и Гурудев он берет и предлагает наши души подобные цветкам, лотосным стопам Шри Кришны. Мы сами не можем достигнуть Кришны, но Гуру Вайшнава, они берут нас, смешивают с Чанданой, Чандана значит Крипа, милость, и предлагают нас лотосным стопам Шри Кришны. Это Пушпанджали зовется. Пытайтесь понять это, то, что делает Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава, они не показывают что-то необычного, как какие-то фокусники или политики. Нет, они не хотят никакой протишки. Они хотят понять, насколько вы любите их. Может, вы живете за тысячу миль вдалеке, но Гуру Вайшнавы, они чувствуют все наши чувства. И согласно нашим чувствам мы получим милости. Нам не нужно как это рекламировать, гордиться этим. Это автоматически происходит. Мы видели это в жизни Гуру Махараджа. И вот я хотел совершать какое-то служение, но возможности у меня не было, и я поехал в Калну, и Гурмахара, там храм Гурудева, и там Гурудев в пожилом возрасте, он писал письмо. Ну, писал так, что даже букву тяжело было прочитать, поскольку у него рука тряслась, и вот он так это писал. И так тяжело было разобрать. И через одного иностранного преданного он отправил, Марсала его звали, как-то так. И вот он через него передал мне письмо, я забыл, с какой стороны тот преданный, с океании откуда-то. Маршал звали. Или Марсал, как-то так. И вот я взял это, получил когда письмо от Гурудева, я не мог прочесть ничего. Но я чувствовал то, что Гурудев написал. И в тот день я был удивлен. Гуру Махарадж чувствует боль в моем сердце. И я подумал, что я должен посвятить свою жизнь Гурудеву, поскольку такой же шанс я могу не получить во всей моей жизни, поэтому я должен принять решение совершать служение. И таким образом всегда и везде мы должны принимать прибежище у Вайшнавов. Даже ни на час секунды мы не можем оставлять их прибежище. И в тот момент, когда мы оставим прибежище у Гуру Вайшнавов, то в этот промежуток майя, она может прийти к нам и скинуть нас. И вот в этом секрет баджана, чтобы не позволять майе войти в нас даже на часть секунды, и в этом секрет баджана. И вот сейчас суть в том, что если этот цветок лотоса, он откажется от прибежища воды, то это солнце, оно сожжет его. Высушит этот цветок лотоса, имеется в виду, что если мы оставим прибежище у Гуру Вайшнавов, то Адидавика, Адибаутика, то есть вся природа, гуны, материальные природы, полубоги, они различные проблемы будут посылать нам.
чтобы убить нас или какие-то неудобства причинить, я говорил, что в тот момент, когда мы теряем связь с Анантадевом, то вся эта обстановка, она примет ужасную форму и как-то будет пытаться напасть и убить нас. И мы должны всегда поддерживать связь с Гуру Вайшнавами, с Анантадевом, и тогда нет никаких проблем. Гуру Вайшнавы, они буквально посадят нас на колени и помогут пересечь этот материальный океан. Если вы верите, то вы получите результат. Гурудев, он подобен такому воде для цветка, которая дарует прибежище ему, а солнце подобно Кришне. Чит-сурья. И вот без Гурудева, из-за влияния Кришны, его гун материальной природы, эти гуны, они задавят нас. И как цветок без воды, он засыхает, так и мы. Если мы будем иметь связь с Гуру и Вайшнавом, то мы обнаружим, и благодаря общению с Гуру Вайшнавами, когда мы приблизимся к лотосным стопам Рупы Госвами Пада, Рупа значит красота, и мы обнаружим, и вот если мы будем совершать служение непрерывно, то мы получим благословение Гуру Варги Рупы Госвами Пада, и мы станем необычайно красивы, имеется в виду наше желание служить. Кришна хочет видеть красоту служения, красоту севы. Кришна хочет видеть, с каким вдохновением мы хотим служить, и автоматически, если вы обнаружите себя в какой-то ужасной форме, то в ближайшем будущем, если вы будете совершать служение, повторять харинам, вы вскоре обнаружите, что ваша ужасная форма уж прошла, и вы стали очень прекрасными. И Кришна захочет обнять и поцеловать нас, и это зовется Гурварга. Они хотели научить нас этому. Дживатма, обусловленная душа, если они предаются Кришне, то Гуру Вайшнавы, они принимают нас и предлагают лотосным стопам Кришны, и в этом красота. Можно вспомнить случай с Лакшмашахирой. Она была очень скверна, но Харидас Такура, по милости Харидас Такура, люди начали приходить со всего Бенгала и всей Индии, чтобы выразить почтение Лакшмахире. Она стала святой. Даже великие души, маханты, они приходили, чтобы поклониться ей и получить ее даршан. Если у вас будет, такое бхакти, но мы не должны никогда принимать никаких искусственных процедур. Мой Гуру Махарадж говорил, что тебе не нужно быть занятым слабхой пуджи и пратиштхой, это автоматически происходит. Тебе не нужно стремиться к каким-то скверным вещам, автоматически все приходит. Если ты будешь совершать баджан, аромат твоего баджана, он распространится на весь мир, и люди учуют его и приедут к тебе и привлекутся тобой, а искусственные процедуры, они не нужны. Это автоматический фактор, и мы не должны обманывать никаких обусловленных душ, и не должны обманывать себя.
Все обусловленные души, может, они, кто-то действует из них как ачарья, но состояние обусловленной души в том, что они склонны к обману себя, и в этом их главная проблема. Они хотят быть обманутыми, и поэтому они обманываются. И вот. Сейчас, я думаю, все ясно, и вы поняли, что я хочу сказать. Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, если мы не утвердились в Адвайтатве, то мы, если мы отправляемся на проповедь, то можем привлекаться чем-то и завидовать. И в этом вот, если мы не утвердились в Адвайтатве, то мы не увидим ничего хорошего, а чистые гуру вайшнавы, которые утвердились в этой Адвайтатве, они будут видеть душу везде, везде будут видеть дживатму. Но мы должны развить такой даршан, такое видение, мировоззрение. Мы должны развить такой тонкий даршан, тонко, поскольку их зрение, их мировоззрение очень тонко. Вот если, например, эти коровы могут видеть привидение, или какой-то ямадут приходит, коровы тоже могут видеть и плакать, и собаки тоже могут видеть. И собаки тоже видят их и гавкают. И вот мы должны развить это такой тонкий даршан. Из Бхагаватам я могу привести пример Читракету, царь Читракету. Этот царь, когда он избавился от майи, и по милости Девала Риши и Нарады, в то время он смог осознать свое положение. Он перестал плакать, жалеть, поскольку его единственный сын, который у него был за всю жизнь, он умер, он потерял его. Естественно, Риши, когда тот просил его о ребенке, Риши сказал, что я могу сделать ягью, и ты получишь какое-то лекарство из этой яги, он предложил его Читракету и сказал, дай своей жене, которая главная жена, Прадханрани, съесть это. И тогда она съест и забеременеет, родит прекрасного ребенка. Но будь осторожен. Что этот ребенок тебе как счастье, так и горе принесет. Но этот царь был ослеплен такой радостью, что прослушал, что он был рад, что он сына получит, но то, что ему радость и горе принесет, он прослушал. И радовался, что у него сын вообще будет. И потом, когда сын умер, Нарада и Девал Риши пришли. Можно вспомнить эту историю. Кто ты? Я тот Риши, который пришел и даровал тебе благословение, по которому ты получил ребенка. Но ты забыл, что я сказал тебе, что он не только счастье, но и горе принесет, и вот сейчас ты страдаешь. И после этого Нарада дал ему мантру. Если вы будете повторять эту мантру 7 дней и ночей, то вы обнаружите все,
что в пространстве все полубоги Риши Муни куда-то двигаются, привидения, эти ведьмы и прочее. Вы получите такой сукшма даршан, тонкий даршан, тонкое мировосприятие. И вот его сделали лидером гандхарвов. И таким образом, смотрите, можете найти адьятик даршан, когда вы совершаете баджан, вы должны понять все, как увеличить силу вашего даршана, как развить такое тонкое видение. Это не шутки. И вот я хочу привести пример, который услышал от Бхарати Махараджа, поскольку Бхарати Махарадж он был, получил даршан многих вайшнавов. Я позже пришел, он был гораздо старше, но все же я милость каких-то вайшнавов получил. И вот сейчас, если Адвайгантатва — это наш единственный даршан, и можно найти, я говорил, что единство в различии, различие в единстве, мы должны видеть, но чувствовать должны, что ничего нет, кроме Кришны, Адвайгантатвы и относителя Расататвы. Мы должны чувствовать, что это Ачинтья, Беда, Беда Татва через Кришна, он бесчисленное число. А вот Махарадж говорит, что если Кришна просто существует целую бесконечность, но ничего не делает, то для нас толку вот этого нету. О Господь, когда ты вбираешь в себя все свои шакти и спишь, то мы не видим, ты не проявляешь никаких лил, но когда ты проявляешь свои лилы, проявляешь свои шакти, тогда мы можем видеть твои лилы. Радха Говинда, они отдельные, единое в одно и то же самое время. И вот если вас, например, поместить на какую-то планету в одиночестве, как вы будете жить? И также вот в этой шлоке говорится, какие навараматы, почему люди хотят получить деньги, наслаждения какие-то, да, потому что душа в них, чит-атма. Ананда Брама, Ананда, она внутри нас, но некоторые очень глупые люди, они ищут Ананду, радость, наслаждение вне себя, а настоящая Ананда, она внутри нас, и поэтому чистые Гуру Вайшнавы, они говорят, что весь мир, он полон блаженства, где вы видите проблемы. И вот согласно Упанишадам, мы знаем, что мы хотим любить друг друга, наслаждаться. Почему? Поскольку атма есть. Если атмы нет, кто будет чувствовать наслаждение? Поскольку если атмы нет, то как мы можем наслаждаться? Мы любим друг друга и по отношению вот к этой атме, если атма ушла, то мы уже не любим этого человека. И если мы сможем понять Адвайгантатву, лилы, что такое, я уже сказал, Ачинтья, Бьеда, Бьеда Татва, если вы поймете ее, то тогда различные лилы вы почувствуете своим сердцем, когда вы будете повторять Харинам. Но
этот даршан, он не будет уже причинять вам проблемы какие-то, поскольку это адвагьян татва. Если вы почувствуете все лилы, все татву, это не значит, это не нарушение вашей адвагьян татвы. Если вы там утвердились, а если вы находите майю, то эта майя, она нарушит концепцию вашей адвагьян татвы. И вот, если вы утвердились в адвагьян татве, то тогда вопрос такой не будете задавать. Майявади вот говорят, что то плохо, это не татва, а ататва. И после этого они что-то комментируют и в итоге отказываются от Кришны. Ну, в общем, майявади все видят Ахам Брахма. Это у них рынок Брахмы, и они даже от Кришны отказываются, считают себя и все окружающее Брахмой. Но мы не Брахма, мы часть того Брахмы, а они не верят в существо. Эти майявади, они не верят в существование Шакти. Вот их Брахма без всякой шакти, но из Бхагаватам мы находим свидетельство вот Ачинтья Бьеда Татвы. Когда Бхагаван являет лилы со своей шакти, то мы видим различные проявления лилы, получаем вдохновение совершать бхаджан. И вот в Бхагаватам говорится, Верховный Господь является как человек, точно как человек. Мы не можем понять разницу в этом великолепии Его. Это зовется бхаджаном, когда Нараян является и уходит, то мы не чувствуем такой радости. А когда Кришна в форме маленького мальчика является, вот, являет различные лилы, как убийство демона Шакатасура, например. И вот Нанда Махарадж думает, кто это, как он смог этой тележкой убить такого демона. А ему говорят, это твой сын. Он плакал, пнул эту тележку и убил демона. А он думал, как это маленький мальчик может такое сделать. И в этом великолепие лилы. Или Ямал и Арджуна в форме здоровых деревьев, то Кришна проходил между ими и задел этой ступкой, которой был привязан, и сломал эти два дерева. И Нанда Махарадж очень испугался. Никакой грома, молнии не было, как эти два здоровых старых дерева. Они сломались. Кто их сломал? А ему сказали, что твой сын. Нет, не верю, как он мог, он очень мал. Его свидетели сказали, что прошел между этими деревьями, задел ступкой и сломал их. И Нанда Махарадж сказал, что не может быть такого. И в этом такая очаровательная лила Кришны. И что я хочу сказать, что Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, он был Радхараман Брамачари раньше, и вот он путешествовал в этот ну, в общем, где-то этот, за Бангладешем страна, Индия тогда была одной из этой, до разделения Индии, и вот он, а вот он на лодке, в общем, плыл куда-то. В общем, куда-то залез, чтобы совершать свой баджан, и никто не отвлекал. Много народу было, и начали критиковать его, что тут какой-то маленький этот... Ну, он был достаточно юный, и начали критиковать, что он тут вместо того, чтобы старшим место уступить, сам залез на удобное место, и разве саду так себя ведет? Ну, делать было нечего, уступил он место, и
и ушел куда-то. И тут какой-то такой человек демонического, демонической внешности. Ну, как-то выглядел он такой, этот человек, страшно. И вот Махарадж стоял, уступил место этому старому человеку, и пришел какой-то человек, яйца продающий, и вот этому Харинам, Шашанта Махарадж Харинам повторял, а тот человек, продающий яйца, вокруг терся его, и вот... Ну, вот, неудобно было, надо было Харинам повторять, и тут скверно. И тут эти пассажиры начали возмущаться, что это еда просто, что ты тут это... Что ты уворачиваешься от этого продавца яиц. И по милости Шрилы Прабхупады он вспомнил такую шлоку. Потом пришел человек, манго продающий, и он Махарадж подумал, я в Калькутту еду, можно манго купить, предложить Господу. И вот спросил, почем манго, сказал, что все манго хочет купить, почем. И тем временем один человек какой-то манго хотел купить, но этот продавец манго сказал, что ну, цену завысил. Ну, он пытался торговаться и сказал, что манго для храма нужны, поэтому давай подешевле. И вот, когда он манго купил, начали весь вагон этот начал критиковать, что, что за саду купил все манго, нам не дал купить. И вот таким образом можно видеть, вот, на, вот когда он ехал, его за все критиковали, за то, что место не уступил, за то, что продавца яиц сторонился, за то, что манго купил. Но мы не должны думать об этом, поскольку если мы искренни и у нас нет никакого лицемерия, мы должны просто совершать наше служение и не обращать внимания на какие-то такие непостоянные вещи. Люди могут критиковать нас, но что делать? Вот, вот как в этой шлоке говорится, кто-то может так говорить, кто-то иначе, но мы должны следовать нашей Гурвайге должным образом. Мы не должны следовать нашему беспокойному уму, а мы должны следовать нашей Гурвайге все время. So you see, this и вот смотрите, таким образом мы можем узнать, что такое сиддханта, а что нет. И вот если мы утвердились в правильном баджане, то мы увидим, что все хорошо и нет никаких проблем. И вот сейчас я хочу обсудить то, что если Намахата, она главное крыло Вишавайшнава Раджа Сабхи, если мы позволим каким-то грязным вещам попадать туда, то как сегодняшнее положение таково, если мы позволим каким-то скверным вещам случаться, то тогда, вот как, например, с коронавирусом, что делать никто не знает, все попытки неудачные были, и вот я всех попросил, если мы сможем следовать строгим правилам и предписаниям, то через 10 лет мы можем ожидать какого-то качества. If we go on following these strict rules and regulations in our
И вот если в нашей матхе мы будем следовать строгим правилам и предписаниям, то следующие 5-10 лет мы можем увидеть какое-то качество, поскольку качество и количество, они не могут вместе существовать. Если мы идем на компромисс с качеством, то и количество получаем. А если идем на компромисс с количеством, то, ну, имеется в виду, если жертвуем качеством, то количество больше получается. Если жертвуем, стремимся к качеству, то количество ниже будет. Почему наш стандарт очень низок и все ниже и ниже опускается? Все заявляют, что следует Шри Чайтанья Махапрабху, но кто следует по-настоящему? На Бенгали есть пословица такая. Ну, пословица в том, что, что за дерево. Как, то есть по плодам дерева можно узнать, то есть нельзя, по плодам судят дерево. И также мы, если наш стандарт опускаем все ниже и ниже, то что в результате получится... Почему мы позволяем нашему стандарту опускаться все ниже и ниже? Почему мы не можем предостеречься? Почему мы заняты лапхой пуджа и пратиштхой? В этом главный вопрос. Ситуация такова, что мы можем продать всю Гауди Сиданту, всю Гауди Сампрадаю ради какой-то незначительной пратиштхи денег. В этом наше плачевное положение, даже некоторые готовы сам продать, и в этом плачевное положение, и как же мы можем ожидать, что намахата будет чиста? Если где-то пытаться говорить харикатху, то можно видеть везде какие-то беспокойства. Харикатха – это не лекции, что можно пойти и начать говорить. Если ситуация плоха, то как говорить в такой ситуации? И вот я уже сказал, что единственная обязанность ачарьи – защищать сиданту. Мы не можем позволить ситуации деградировать все ниже и ниже, и деградация человечности очень плачевна. Пытайтесь понять, что мы саду. Если мы забудем, что мы саду, в тот момент, когда мы забудем, что должны стать саду, должны совершать харибаджан. И в тот момент, когда мы забудем об этом, различные анибхилаш, посторонние желания, они возникнут. И поэтому Рупа Госвами Бхакти Расамрита Сингху говорит такие слова. Анукульена. Все могут спорить с нами, почему мы не, а почему вы не идете, не спорите с Рупа Госвами? А мы хотим избежать этого. Рупа Госвами говорит, благоприятное. Что значит благоприятное? Анукульена. Anukulena Krishna Anushilanam, that is our target. Анукулена Кришна Анушиланам – это наш, наша цель. Мы должны принять такой баджан, чтобы наш баджан, наше служение, нашим баджаном, нашим служением Кришна был доволен. Как смотрите, Чандравали может служить Кришне, она… Севьяна, Шьямала, они тоже могут служить. Но Чандравали не может сделать так, чтобы Кришна был полностью доволен ею. Вот это главное, и поэтому мы не хотим иметь никакой связи с Чандравали. Поэтому мы хотим следовать Радхаране, поскольку наши Гурварга, они все представители Радхарани, мы должны... Мы хотим следовать Рупануга Баджану, и в итоге мы должны следовать ей. Радхарани, она может дать полное удовлетворение Шри Кришне.
И поэтому Кришна, он буквально полностью продан лотосным стопам Радхарани. Кришна, он полностью продан лотосным стопам Радхарани. И какова причина? И мы должны следовать этой процедуре через служение, через нашу любовь. Мы должны буквально купить Кришну, купить Гуру Вайшнавов, Гуру Вайшнавов. Можно потратить сотни тысяч денег, но не купить Гуру Вайшнавов. Но если вы любите их всем сердцем, следуете их наставлениям, то вы увидите, что они проданы вам автоматически. Вам не нужно тратить деньги автоматически, следуя и любя их, вы увидите, что они проданы вам. So it's an automatic procedure. Это такая автоматическая процедура. И вот Вишва Вайшнава Раджа Сабха, почему была она основана, я скажу сегодня, и в следующий раз я буду говорить о программе и трансцендентных деяниях Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, кто ее участники, как это все организовано. И вот первое, Вишва Вайшнава Раджа Сабха, она вечно присутствует в вечном мире. Но мы обнаруживаем, что Вишва Вайшнава Раджа Сабха явилась в этом мире во время шести Госвами. Почему? После Сочетания Махапрабху мы очень неудачливы. Мы не заинтересованы слышать о всех секретах. И когда Шри Чайтанья Махапрабху ушел из этого материального мира, то потом в течение тех 11 лет различные проблемы начались. Кто может контролировать это все пространство Баджана? Я много раз говорил Сварупа Госвами, Махапрабху, он отдал ему всю ответственность за всю Гауди Вайшнавскую сампрадаю. Сочетание Махапрабху сделал его главным. Вся ответственность она легла на него, на его плечи. И Сварупа Госвами, он и вот есть такое понятие delegation. Delegation of authority is in economics we can find. Through Guru Parampara we are going to get power. And also we have to pass away some power. Instruction, everything. Delegation of authority is very important. И вот после того, как 11 лет прошло после ухода Шримана Махапрабху, то различные ужасные вещи начали происходить. И тогда наша Гурварга, Санатан Госвами, Рупа Госвами Пад, Гопал Бхатта Госвами, Рагунат Дас Госвами, Рагунат Бхатта Госвами и все они Джива Госвами Пад. И вот в то время они решили если у нас есть какие-то посторонние желания внутри нашего сердца, как мы можем прийти в гармонию с Гуру и Вайшнавами? He is running towards South Pole, totally intersect. Big problem. That's why. То есть какие-то отличия могут быть, но не глобальные, что кто-то на север идет, а кто-то на юг. Такого не должно быть. We could not maintain. We could not maintain. We could not check up the situation to go down. That is our responsibility.
That's why present situation. Now it is almost out of control. Yesterday I was speaking. Вчера я, ну, при прежние дни я говорил. Хотя я очень слаб, но я пытаюсь сделать наилучшим образом это служение. Я вот написал письмо, что и там я написал, что в баджане никогда не поздно. Может, вместо меня кто-то может прийти и получить мою силу и начать проповедовать, кто знает. И поэтому никогда не поздно. Мы должны иметь надежду. Мы должны пытаться сделать общую платформу, на которой мы можем от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи обсуждать все без какого-либо запаха личной корысти. Поскольку если у нас будут какие-то личные корыстные интересы, то все осквернится. Вначале мы должны не должны стремиться к ничему, как персональному, к ничему корыстному. И вот и сначала я прикасаюсь к лотосным стопам Шримана Махапрабху, и я обещаю, что я не приму никакой протишти, никакой славы. Если вы хотите, я буду совершать это служение, вы уже благословили меня. А если не благословите, то я прекращу мое служение, и кто-то вместо меня может сделать. Мы должны чувствовать это, что если Гуру Вайшнавы, они хотят дать нам силу, то мы можем сделать так много всего. Пангум Лангайте Гирим. И этот инвалид может перейти по милости Мадавы или спутников Мадава, может пересечь какую-то огромную гору. Кто-то спорит, как это возможно, а я говорю: о, мои друзья, слушайте. Как деревянные эти падаки, сандалии Гуру Махараджа не могут никуда пойти сами. Мы можем их в одном месте держать и поклоняться, но если Гуру Махарадж оденет эти тапочки, эти сандалии, может пойти во Вриндаван или еще кто-то, и так эти сандалии, они легко переместятся. И также мы подобны сандалиям, если Гуру Махарадж или Шрила Прабхупад оденут нас, то мы можем мы можем переместиться в любое место по милости Шрилы Прабхупады, по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура, по милости Гурварги. Это не наша сила, это их сила. И таким образом каждый участник Гаудия Матха должен чувствовать все, что... И все, что я делаю, это не на показ, это все по милости Гуру и Вайшнавов. Это по их милости и благодаря их силе это произошло. Я могу привести пример достаточно давно. И вот в то время я говорил, однажды Хайгрив Брахмачари и Апракрита Прабху, они были подобны Лакшми Гауди Матха, они всегда ходили, собирали какие-то пожертвования для Гауди Матха, это было их служение. Они говорили Харикатху тем временем, и вот собирание пожертвований значит также говорение Харикатхи. И однажды они с таким плохим настроением пришли, и Шрила Прабхупада спросил, что случилось, что с вами. Они сказали, что мы вот день и ночь ходим, чтобы совершать служение для Гауди Матха. Ну вот какие-то люди, которым они тут в Мате, которые живут, они деньги неправильно используют, себе оставляют вместо того, чтобы вам служить. А Шрила Прабхупада сказал: вы разве думаете, что я не знаю, что они делают, но какое-то отношение к вам имеет? Есть ли какая-то проблема в вашем баджане? Я с вами. И вот они пришли, чтобы получить имя, славу. Пришли, чтобы получить
И вот они пришли к Гуру, и Ващтайну такие какие-то люди приходят к Гуру и Ващтавам, чтобы получить славу и уважение, но вы пришли, чтобы служить Гуру и Гауранге, и какое вам дело для других? Они пришли, чтобы получить лабху, пуджу и пратиштху, и вот получают. И что делать, раз цели у них такие? И на следующий день, когда они пришли, пошли собирать бикшу, то вечером они пришли, поклонились Шри Прабхупаде и начали плакать. Почему? Шри Прабхупад спросил, почему вы плачете. Они сказали: «О, Прабхупад, с самого утра мы тут до вечера ходим». Но ни копейки пожертвований не собрали, ничего нам не дали, никогда такого не случилось в прошлом за всю жизнь нашу, никогда такого не было. Почему так? И Шрила Прабхупада засмеялся. Он сказал: «Я хожу собирать бикшу. Я иду собирать подаяние». Понимаете, и они осознали, что Шрила Прабхупад, он вроде и в храме находится, но также идет пожертвования собирать. Он дает силу нам собирать бикшу. И это такая лила нашей Гурваги. И любая бикша, которая приходит ко мне, это тоже по милости Шрила Прабхупады Бхактивинода Тхакура приходит. И должное служение должно совершаться на те средства, которые приходят, чтобы каждая копейка, пожертвованная Гаудиматху, принесла благо тем, кто ее дал. И мы не должны неправильно использовать все эти средства. И вот таким образом Рупа Санатана Госвами, Гопал Бхатта, все шесть Госвами, они были очень осторожны, они хотели создать общую платформу, на которой все наше гауди-вайшнавское общество, те, кто последователи Читания Махапрабху, они вынуждены, чтобы они следовали строгим правилам и предписаниям, поскольку если мы следуем им сейчас, то через 5-10 лет мы увидим, что мы очень дисциплинированы. Много раз я просил вот каких-то настоятелей мантра, чтобы следовали строгим правилам и предписаниям. Они говорили, что невозможно для нас. И сейчас можно видеть, что происходит там. Если вы следуете строгим правилам и предписаниям сейчас, то через какое-то время вы обнаружите какой-то стандарт, дисциплину. А сейчас мы неудобно говорить, что даже сейчас у нас нет права говорить, что мы находимся в Парампариши или Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Даже сейчас у нас нет права говорить об этом. Если мы полностью ответвились, отошли от лотосных стоп Шрилы Прабхупады, это обширная тема, я буду говорить однажды на эту тему, насколько отклонились мы от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Это долгая тема будет, но я буду говорить когда-то, это может неделю занять, как мы отклонились от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Если вы поймете это, то тогда вы будете плакать, да, действительно так случилось. Как мы можем вернуться к тому стандарту, который установил Шрила Прабхупад? Как мы можем говорить о себе, что мы из Гаудиматха? Я горжусь, я чувствую гордость. Все время говорить, что я из Гаудиматха, хотя я знаю, что я падшая душа, но я чувствую огромную гордость, что я из Гаудиматха. И то, что мой Парамгурудев Шрила Прабхупад, как я заслужил это. Если я не могу поддерживать все правила и предписания, всю сиданту, весь этикет, как я могу, это не вопрос спора. Мы должны быть очень осторожны, мы должны понять все. И вот после того, как Шри Чайтанья Махапрабху ушел, через 11 лет ситуация стала очень ужасной, и тогда Сваруп Госвами тоже ушел к тому времени.
6 госвами, которые решили организовать какую-то организацию, с помощью которой они могут контролировать всю ситуацию, которая происходит в Вишвайшнава Раджа Сабха, это не шутки. Пытайтесь понять это. Вишвайшнава Раджа Сабха. Это такая огромная организация, на основе которой вайшнавы со всех частей мира могут объединиться, если у них есть общее желание служить Шри Чайтанья Махапрабху без какой-либо корысти. Это не шутки, как можно все это гармонизировать. Гуру Махарадж в пожилом возрасте, в 98 лет, он лежал в постели, кто-то говорил, что он делает, просто лежит в постели, ничего не делает. Но практически мы видели, как он контролировал всю ситуацию через свой баджан. Как он контролировал всю ситуацию через свой баджан, можно удивиться, видев, что он просто лежит в постели, вроде бы ничего не делает. Но он делает все. Главное, он делает. Но мы не понимаем, что Гуру Махарадж, Гуру и Вайшнавы делают. Шрила Ваман Госвами Махарадж однажды один глупый совок сказал: «Что вы делаете с утра? Я тут много дел, у меня, вы тут зовете меня, что вы тут с утра делаете?» И Шрила Ваман Махарадж ответил, что я вот 32 круга Харинама повторил. Вот такие некоторые севаки приходят к Гурудеву не чтобы служить, а чтобы умереть. Есть простой способ, как достичь духовного мира очень быстро, и также простой путь в ад попасть есть. Это один и тот же путь — служить чистым вайшнавам. Это может дать нам великолепнейшую возможность достичь Галоки очень быстро. И та же процедура, если вы служите Гуру Вайшнавам, но с Мартья Будхи, с материальной концепцией, вы очень быстро в ад попадете за очень и очень короткое время. И вот это ваш выбор, что делать, а что не делать. И таким образом Гуру Вайшнавы знают, что они обусловленные души, и пытаются простить их, и пыли с их лотосных стоп не может простить их. Перед Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджи один севак сказал, что не могу вам служить, давайте сами все делайте. Тиртха Госвами Махарадж посмотрел на него очень с любовью, ничего не ответил. И вот тот севак ушел. Но Махарадж думал, что он же сказал, не знает, что говорит. И после этого этот севак очень вскоре пал, и вот, как говорится в этом киртане, что с Гуру Вайшнавами мы должны быть предельно осторожны. Главная проблема, что мы не поем киртаны, хотим стать пандитами, но не следуем киртанам. И вот в этом киртане говорится «Бандуму и Савадханамоте». С огромной осторожностью мы должны служить Гуру Вайшнавам, и тогда мы поймем их настроение, их проявления, как Гуру Вайшнавы не могут проявиться перед нами, тогда мы осознаем их величие. И вот, возвращаясь к Вишве Вайшнава Раджа Сабхе, и вот те госвами решили сделать какую-то единую организацию, в которую ходили, чтобы все вайшнавы, чтобы контролировать всю ситуацию в этом мире. И вот они подумали, что нельзя позволить стандарту опускаться ниже и ниже, как сейчас, к сожалению, происходит. Я очень малая личность, не могу
ничего сделать, кто слушает меня, кто-то все будет думать, что я какой-то сумасшедший, вот это непрактично, и то непрактично, но это их мнение, но я свои обязанности исполняю, могу стать успешным или нет, это зависит от Нитянанды, и вот они хотят, хотели сделать, и вот после ухода Махапрабху, через 11 лет они хотели основать Вишавачнава Ража Сабху. Но мы должны помнить, что Вишва Вайшнава Ража Сабха, она не нова, она вечно присутствующая. Она Голока Дхаме, только она сейчас явилась в этом мире, как Гаудимат. Гаудимат, он явился в этом материальном мире, чтобы дать нам возможность служить. Рупа Госвами Пад, он был председателем этой Вишвайшнава Ража Сабхи и в Гаятри мантре, и не буду вслух ее повторять, как Сахаджия. И вот это сейчас можно видеть, что на рынке Гаятри вслух включают, ну, громко, но она очень сокровенна. И вот Вараньям, то, кого я принимаю, поклоняюсь кому? Поклоняемая личность в жизни Рупы Госвами Пада, это Санатана. Мы повторяем Харибу, мы совершаем баджан, и Шри Чайтанья Махапрабху и Кришна, они не отличны друг от друга. И вот в тот день я объяснял, может, месяц назад, свабаджан, вибаджан и прайоджан аватари. Один, три в одном. И в Шри Чайтанья Махапрабху все возможности мы найдем, поскольку он не как Кришна. Кришна, он есть, Радхарани есть, но здесь Рада и Кришна в единой аватаре, когда Шри Чайтанья Махапрабху — это тот самый Верховный Господь, он та самая Адвайян Татва, но все же особенность у него есть то, что Радхарани в нем. Он являет настроение баджана, и это наша привилегия, а мы очень глупы, что не понимаем величия всего этого. И вот Махапрабху, он хотел дать нам идею, как совершать баджан. Сачайитам но кингиме пунарапидисвар яспати падам. Те, кто следует Господу, Господь, он каждую часть секунды он показывает, что такое бхакти, а что нет, и показывает своим примером, что мы должны делать. Есть свабаджан, вибаджан. Свабаджан значит, после того, как мы обнаружили нашу связь с Верховным Господом, если мы подготовились и вдохновились, замотивировались совершать служение свабаджана, как совершать служение. И вот после того, как вы обнаружили свою самбандхагьяну, начали баджан, это свабаджан называется, свой личный персональный баджан. Без Кришны мы не хотим поклоняться никому. Если мы поклоняемся Гурваге, Шиве, но это все в связи с тем Верховным Господом, не отлично. Я люблю Шанкар Бхагавана с самого рождения, не могу оставить его. Я его очень и очень люблю, и мой Гуру Махарадж тоже очень любил его. И у нас есть привилегия говорить, почему я люблю Шанкара.
Но Вайшнава нам Ядха Шамбу, он всегда благословляет меня. Я очень глупый Ашанка, он вел меня должным образом, как прачетасы, прачеты точнее. Они хотели совершать баджаны и перед тем, как начать материальную самсару, поскольку Брахма дал им указание. Я в какой-то день могу обсудить эту тему, но не сейчас. И вот когда они пошли, то в итоге увидели Шанкар Бхагаван вышел из озера. Они шли по направлению к океану. И вот из запада тот пришел Шанкар со всеми спутниками, из воды вышел, и они поклонились, как это возможно. Кто мог, может увидеть лотосные стопы Шанкар Бхагавана? И Шанкар засмеялся, сказал, что я пришел к вам, чтобы благословить вас, и начал говорить Рудрагиту. Это называется Рудрагита. Есть много гит. Гита значит песни буквально. Гарбхагита. В Бхагаватам можно найти Рудрагита, Брамаргита. Много разных гит. Гита значит песни буквально. И вот Рудра Бхагаван, он воспел такие наставления в стихах и сказал, вы должны помнить это, и через эту мантру, через эту, вы должны поклоняться через эту мантру Верховному Господу, и вы тогда, несомненно, достигнете успеха. И Шанкар Бхагаван, он всегда, Нарада Бхагарадж, они путешествуют здесь и там, чтобы найти каких-то падших душ и спасти их, и мы должны быть очень благодарны им все время. И вот Вишва Вайшнава Раджа Сабха, она пришла в этот материальный мир, чтобы благословить нас. И таким образом Вишва Вайшнава Раджа Сабха проявилась в этом материальном мире. И Рупа Госвами Пад, он председатель ее, и он принял сердцем лотосные стопы Санатаны, и это зовется парампара, это любовь. И мы можем говорить, что мы очень удачливы, поскольку Шри Кришна Чайтанья Дев Кали-Юга Павана Аватари, он и как уничтожить наше ложное эго? Если мы разовьем отношения с Саду Гуру Вайшнавами, то ложное эго автоматически уйдет. Самбата Гьяна Махапрабху, он показывает нам, Махапрабху, он учитель Самбата Гьяны, а Абхидея Татва, как совершать баджан, Махапрабху тоже показывает. И также он гуру Абхидея Татвы. И в итоге в Гамбхире, когда он плакал день и ночь, «О Кришна, где же ты?» Это зовется према. И вот Махапрабху, он плакал там день и ночь из-за огромной любви к Кришне. Это непостижимо. Чувство разлуки, которое нетерпимо, невозможно перетерпеть его. Махапрабху явил это, и это называется Кришна Прама. Если вы обретете Кришна Праму, это сокровище вашей жизни, и не столь важно, вы находитесь здесь или там. В уме вы должны находиться в Навадвипе. Во Вриндаване, в уме вы всегда должны находиться в этих святых дамах. Если физически невозможно, то моя просьба хотя бы в уме там находиться, поскольку это указание Шимана Махапрабху. Вот он сказал Рагунатху Даса Госвами такие слова. Рагунатху Даса Госвами перед Махапрабху, он спросил, и Махапрабху ответил, что я уже дал указание, что Сваруп Гасай, он твой гуру, ты можешь узнать у него все. Сваруп Гасай так много всего знает, что даже я об этом не знаю, и ты должен зависеть от него. И если
ты хочешь спросить что-то, то я могу ответить. Если у тебя есть вера, то давай я отвечу что-то. И Махапрабху тогда он сказал кратко, в общем, разложил все по полочкам. Вот он сказал, что Грамья Катху не слушать, не стремиться к хорошей еде и хорошей одежде, не говорить вот о каких-то материальных вещах и не слушать их. Вот, не стремиться к какой-то изысканной еде и изысканной одежде. Ну, какие-то люди под прасадом понимают только какие-то вкусные изысканные вещи, как парамана, например, и все, а просто рис не прасад, что они считают так. И вот Niskinchan hoya sada, always with niskinchan mood you can go on taking Harinam and do Radha Krishna seva manu sekaribe. Mentally you should present in Vrindavan. И вот в уме мы должны находиться во Вриндаване или в Новодвипе. И мы должны совершать служение. Если наш ум беспокоен, то вначале мы должны принять прибежище у лотосных стоп Гуру Вайшнав, они даруют нам силу, и мы можем совершать харинам или панчататва. Панчататву мы должны повторять, поскольку благодаря панчататве мы получим силу, и Гуру Вайшнавы также дают нам силу и возможность сделать все остальное. И вот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Рупа Госвами, он Раджпатра и Варенья Санатан Дев. И мы все чувствуем, мы горды говорить о себе, как о Рупануга Бхактах. Но если мы заявляем о себе ложно об этом, то это нехорошо. Мы должны гордиться тем, что мы Рупануги, даже Санатан Госвами, он хотел говорить, он говорил, хотел сказать о себе, что он Рупануга. Санатан Госвами, смотрите, что говорить о Даси Госвами и о всех остальных. И вот таким образом Шри Чайтанья Махапрабху и Кришна Бхагаван, они все едины и не отличны друг от друга, но у нас есть возможность, особая возможность относительно свабаджана, вибаджана. Вибаджан значит вишашбаджан, это абхидея татва и прайоджана аватари. И те, кто следует Шри Чайтанья Махапрабху полностью, те, кто следует Шри Чайтанья Махапрабху полностью, они зовутся, мы можем звать их как участники Вишавайшнава Раджа Сабхи. Если мы хотим манипулировать, принять какую-то сахаджийскую процедуру, то тогда я нельзя сказать о нас как о последователях Шримана Махапрабху. В этом случае мы с сахаджими получаемся. А те, кто следует Шри Чайтанья Махапрабху полностью, они есть его настоящие последователи. И Шри Кришна Чайтанья Дев, он Виша Вайшнавараджа, он буквально царь. Чайтанья Дев, он не отличен от Кришны, он царь этой Виша Вайшнавараджа Сабхи. Кто такой Радж? Что значит Радж? Радж значит царь. И Шри Чайтанья Дев, который не отличен от Кришны, он сам Шри Кришна. И он царь этой Вишвайшнава Раджа Сабхи. Раджпатра значит главная рука, правая рука Шри Чайтанья Махапрабху. Right hand of Chaitanya Mahaprabhu, Rajpatra.
И вот когда я говорил о передаче полномочий, все это вот таким образом происходит от Шри Чайтаньи Махапрабху Сварупа Госвами. Сварупа Госвами передал все полномочия Рупе и Санатане, через которых мы видим нашу преемственность. И таким образом те, кто хотят следовать Шри Кришна Чайтанья Махапрабху полностью, они должны зависеть от Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, никаких компромиссов не должно быть. Если вы идете на компромиссы, то я никогда не скажу, что вы более милостив. С другой стороны, я скажу, что вы бессердечен. Почему вы идете на компромисс? Если вы идете на компромисс, значит, вы бессердечен. Почему вы позволяете кому-то попасть в ад? Тем людям, которые пришли в Гаудия-мат, принимают просад день и ночь. Ну, это получается не Гаудия-матха, а отель какой-то. And their paying man is there, Uriya Brahman. He's going to cook. Prabhupada speaking, this is not like hotel room. Гаудия-мат is not like hotel. Прабхупад говорит, что Гаудия-мат это не какая-то гостиница или отель. Эти просто живут, приходят поесть пару раз в день и ничего не делают. Ну или там немножко что-то делают. Нет, удача ачарьи зависит вот от этого, от этих важных вещей. Как ачарья успешен, как мы поймем? Вот через этот показатель, как он может занять каждого в служении, как он может занять себя в служении все 24 часа в сутки, если он может, то он, несомненно, успешный ачарья. Но кто-то говорит, что эти не могут так много делать, пускай отдыхают весь день. И так получается, что в матхе днем 4 часа спят, ночью 8, и то на арате не успевают ходить. Но вот система Махараджа была, когда он настоятелем матха был. Если какие-то преданные на арате не ходили, Махараджа спрашивал, что случилось, у кого-то со здоровьем плохо было, но хорошо, если день, два, три не ходит, на третий день уже такому человеку есть нельзя было, еще и поститься должен быть и принести какую-то причину, пока ты на арате не ходил. И вот и если я не помещу себя в такую дисциплину, то как других могу говорить? Day and night, how you can get power from me? Who is going to check up what I am doing in Goshala? Maybe I am doing all rubbish. Who can say? That is the main point, na? That is the vital point. So, in front of all Guru Vaishnava, и вот перед всеми Гуру Вайшнавами или вдали от них наше поведение, оно должно быть одинаково. Гуру Вайшнавы, они не делают что-то на показ. Они ведут себя одинаково, как на публике, так и в уединении. И поэтому они могут даровать силу нам. Иначе невозможно через лекции. Мы не можем ожидать, что какая-то сила, какое-то могущество явится в нашей жизни. Как мы хотим видеть какую-то сияющую личность, от которой мы можем получить вдохновение совершать Кришна Сева. И мы не смотрим здесь и там. Мы хотим поддерживать качество, стандарт, иначе мы не сможем стать успешными. И таким образом Шри Кришна или Шри Кришна Чайтанья, он царь этой Виша Вайшнава Раджа Сабхи и председатель Рупа Госвами Пад, и он принимает его.
Санатана Госвами, как поклоняемую личность, который выражает почтение Гуранге Махапрабху через поклонение Санатана Госвами. И вот Санатан Госвами, и те, кто следует Шри Чайтанья Махапрабху полностью, они все участники Вишвавайшнава Раджа Сабхи. Они подобны звездам. Мы ищем каких-то звезд политических или развлекательных, но я ищу духовную звезду в моей жизни, и в моей жизни Шрила Прабхупад, он духовная звезда. Или Гуру Варга, они тоже подобны звездам. Они показывают свет нам, какова их главная обязанность. Я буду говорить об этом дальше. Это обязанность, трансцендентная обязанность Вишвавайшнава Раджа Сабхи показать свет, чтобы мы, точнее, осветить наш путь, по которому мы можем продвигаться дальше. Если мы отклонимся от этого пути, то кто же ответственен? Гуру Вишнава не могут контролировать нас, и вот день за днем ситуация очень такая плоха, и через Вишвавайшнава Раджа Сабху наша обязанность Вишвавайшнава Раджа Сабхи показать путь всем нашим последователям, чтобы они обнаружили свой путь, через которым они хотят идти и получить силу. И таким образом Рупа и Санатана Госвами Пад и вся наша Гуру Варга, я могу показать вам через после Рупа и Санатана, они великие духовные звезды, они очень могущественны. И если есть такая звезда в мире Гуру Вайшнава, если они благословят кого-то, прольют на них свою милость, кто может действовать как такая духовная звезда и освещать путь, иначе мы запутаемся и пропадем. И это очень такая плачевная ситуация. И я могу буду обсуждать программу и трансцендентные действия Вишвавайшнава Раджа Сабхи и ее участников, когда она была возобновлена. Не могу сказать, что она была основана, я могу сказать, она была возрождена по желанию Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он возродил ее, и я буду говорить об этом. Вот в 1914 году Шрила Бхактивинода Такура ушел из этого материального мира, и перед тем, как уйти, Бхактивинода Такура дал какие-то особые наставления. Бхакти Сиданте Сарасвати Госвами Такура Прабхупаде, и мы очень удачливы. Обсуждаем все это под руководством Шрилы Прабхупады от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи. И под руководством Шрилы Прабхупады я хочу рассказать все о действиях, о деяниях Вишвавайшнава Раджа Сабхи. Кипая хори киртана мурти дарам дарани варахарук гаура джанам джанакадика васала снигда падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам ванчакалпа дурвасе кипасинд бхавча патитананг папанабхавишна бхё намо.